Ребят, посмотрите, что с людьми делает наше видео. Вот к нам приехал подписчик. Сейчас будем знакомиться с ним. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, ощущение. А ты видишь в кино Моргунова, например, да? И ты живьем его встречаешь. Давайте знакомиться, как? Альберт меня зовут. Мы реально медийные личности стали до такой степени, потому что буквально позавчера сидел, смотрел ваши ролики там про визы, да? И сегодня вот живьем в Гуанчжоу, в этой вот сауне. Вот честно говорю, вот реально ощущение непередаваемого счастья, да? Потому что я расскажу момент такой интересный. На форуме Винского парнишка один поехал в Таиланд отдыхать. Ну, боялся летать самолетом. Поехал на поезде. И вел онлайн-дневник. Так, а люди, которые онлайн читали все это дело, выходили на станции там в Омске, Новосибирске, там в Хабаровске, встречали его там с водкой, с этой всякой ерундой, да, поэтому, знаете, вот это вот нормально. Зря Слава говорит, что он там смущается, да. Ну, мы все смущали, правда, но. Да не-не-не. Вот детишкам воду заберу, а все остальное, Славе рыбу. Обзор, надо обязательно сделать обзор. Ну там, ну мелочи. Не, ну все равно, смотрите, пряники. Творог. Творог, вот это вообще наш дефицит. Наш местный судогодский, владимирский, да. Селедочка. Селедочка, ой, класс. Во-во-во, смотрите, красная рыба. Дефицит. Пряники, шоколад. Девчонки, тульские пряники, да. Давайте посмотрим. Пряники. Мы, конечно, не из Тулы, но у нас их продают. Ну, самый любимый детский шоколад Аленка. Вот прям пакет полностью дефицита. Особенно творог. Творог вообще нету здесь. Вы приехали по какому вопросу? Здесь на разведку жить или что? Дело в том, что я пенсионер. Уже 6 лет на пенсию, занимаюсь чиновничьей работой идиотской, хотя по образованию учитель английского языка. Всю жизнь интересовался лингвистикой, преподаванием там и так далее. Но возможности не было особо преподавать, потому что, ну как бы, семья, дети и так далее. На них не заработаешь. А тут на старости лет думаю, дай-ка попробую я это. Сдал, короче, экзамены TOEFL, TESOL. ТЕСОЛ, да, на право преподавания в неанглоязычных странах, да. Ну, более-менее, скажем так, неплохо говорю, общаюсь, пишу, разговариваю и так далее. Списался со многими, скажем так, рекрутерами, да. Вот у меня завтра встреча, послезавтра. А, общем, с агентами. С агентами, да. Как получится, как жизнь распорядится, да. Поэтому все вот так экспромтом. Билет у меня обратный куплен, конечно, на 29 июня. Ну, я не знаю, может быть, придется сдавать. И хотелось бы, наверное, сдать и годик потрудиться, поработать. Вот такие планы, перспективы. Сегодня я просто как в сауне сижу, отдыхаю. Да? Сегодня завтра. Не успел приехать, вышел на улицу весь мокрый. Да. Пошел помылся, вышел опять весь мокрый. Это нормально, это Гуанчжоу. И это лето Гуанчжоу. Вот реально рад вас видеть, девчонкам большой привет. Спасибо. Вот реально, не знаю, наверное, от многих людей скажу, да, вас смотрят как сериал. Сериал? Реально сериал. Не поверишь, Слава, реально. Ждешь, смотришь там, что там Слава выложил? Выложил, давайте посмотрим. Вот все сидят, смотрят там, да. А начинаются всякие комментарии там, да, ну, естественно, многие там положительные, хорошие, многие, честно говоря, положительных больше намного, да, потому что всем нравится, да. Ну, я на самом деле удаляю неадекватные комментарии там, потому что когда там именно идет оскорбление. Да, когда, допустим, идет, допустим, ты здесь там не так сказал, или ты здесь неправильно сделал, я это оставляю, как бы, и мы обсуждаем этот момент. А если, допустим, чтобы не было там одни там, ой, ты молодец, ты красавчик, все такое, должна быть какая-то критика же все-таки, правильно? Нет, ну критика в каком плане? Может быть, конструктивная. В режиме съемки, там, да, там Дениса ругали одно время, что он там камеры вот сюда мотылял, да, все говорили, Денис, прекрати мотылять камеры, да? Он вроде перестал, так вроде сейчас уже намного у него профессиональный, да? То есть смотришь ваши ролики, все, с каждым разом, мне кажется, они становятся все профессиональнее, интереснее, да, поэтому... Ну и нам, спасибо, прежде всего, да, интереснее снимать. Поэтому, мне кажется, народ любит вас как уже героев сериала. Вот реально, я говорю, Слава, там увидел его, Слава, готовится. Ну, я хотел камеру. Так что вот так. Если еще, я пока в ближайший месяц здесь на связи, если вдруг там позвонить, спросить что-то. Вы тоже обращайтесь, если что-то. Да, вопросы будут, обращайтесь, обязательно поможем. Ну что, подписчикам-то хотите что-нибудь передать? Ребята, вот такие вещи, которые делает Слава вместе с женой, с детьми своими, круто меняют свою жизнь, переезжают. Они, во-первых, не только для себя делают, мне кажется, да, а все-таки они подталкивают людей совершать какие-то вещи. Не трындеть про них там, да, а я бы вот поехал бы там, не знаю, в Гондурас бы там жил. Возьми да поедь, да? Возьми, купи. Вот я купил в феврале билет. А потом думаю, блин, билет-то куплен. Надо уже как-то все-таки уже ехать.
И вот так потихоньку собрался. В итоге вчера мотылялся по московскому метро, а сегодня мотыляюсь уже по гуанчжоуцкому. И, честно говоря, ощущение прилета на инопланетную станцию. Инопланетяне, которые не говорят ни по-русски, ни по-английски, ни по-каковски. Ладно, все, всем привет огромный, до свидания.